Все, поехали. Считаем стол, чтобы я слышал. Я? Да. И ну, стоп, смотри там. А то мы поедем за МБ. А, нет. Сейчас я подумаю, так? Делай через что скажешь? Что? Мате, там мате. То же самое. Знаешь? Он руку выставляет. Руку перекрывать надо. Молодец, Базаре. Надо было постараться еще удержать. Назад надо было, Андрюха показал вперед, да он убирает, а ты разведись назад, и все, твой бросок, и красавчик будет. А где он 30 на... 30 стенда, 30 дрябки. Я так 30. Еще 30, только в другую сторону, хорошо? А я делаю один... Сюда, один сюда. Вот так и так пробежать. Рекон, Базаре. Красавец. Вот сейчас умница. Запомни, как сделал. И старайся вот этот захват еще раз брать. Раз получил по два. Значит, смотри, может быть, что-то надо изменить чуть-чуть, чтобы в следующий раз он не будет. Да нет, так по зубам. Ну как нормально? Ну нормально. Один есть. Да. Пошли, давайте боремся. Хорошо, молодец. Да, мне не слышу, просто что. 4. Это 24. Ой, 34. Хорошо, стоп. Стричница. Я буду давать шины. Три шида, это и понял. Так, где первая шина? Отжимаем. Самое главное это локоть. Локоть отпускаешь, вот сюда не залезает. А для соперника на турнире это самое лучшее дело. Или сорви руку его. Нырять нельзя, или свою правую руку повыше. И еще снизу подбородок поднять. А если в эту сторону с подворотом через плечо делать. Базаре. Стоп, мате. Стоп, стали друг против друга. Значит, еще раз. Команда мате. Вы сразу заправляетесь. Без того, чтобы... Нет. Пояс
не убираете, снимаете пояс, а заправляете просто кимоно. Вы не забудете заправлять, вам судья покажет. То есть, вы, если вы пояс снимаете, это хуже, это могут наказать. А поправить вы, он даже будет ждать, пока вы не поправите. А в конце уже, когда же закончилась схватка, тогда, да, можно разве. Тебе стоп, мате. Тебе мате. Так, положи там его, иди отдыхай. Ты сейчас одну схватку. А еще положи чучело. Еще положи чучело. Иди отдыхай. Можно воду будешь пить? Умываться. Хорошо. Старайся не пить. Так, на ковре нельзя ходить. Надо встать, сделать шаг вперед и стоять. Поймите, дзюдо это самая красивая борьба. Вольники идут в туалет, борцов, какой-то ковер, борец, судьи ходят в кроссовках, ботинках, кроссовках. Ходят там, ходят сюда, поэтому у них мешают. Самбо вот так стоит. Классики, да, классики. Но у них приемов мало, потому что одежды нет. Они очень сильные, физически очень. Вот эти вольники очень выносливы. А классики, какие сильные, они через грудь делают. Ты что, если только в заклад попал, все, сзади. А дзюдоисты, белая одежда, синяя, белая, стоят прямо, берут захват. Упираются, сразу наказывают, много бросков. Что здесь так думают? Судьи в костюмах, носочки. Не дай Боже, если тренер или судья просто вот так наступит туфлей, сразу снимают, из зала убирают. Если начинает тренер что-то кричать, тебя ему покажут, до свидания. Все, он хоп и уходит. С этой стороны, мне кажется, у нас порядка больше. И красоты даже больше. Ну, все время ноги. Да, своего разная борьба, но такие правила. У классиков какие броски красивые, но они редко, потому что... Так, стоп, вы поклонились. Ваши шага назад. Поклонились и ушли. Прошу вас туда. Поклонились. Сэр ушел. Саша будет сюда. Листун. Еще раз, листун. Будь аккуратен. Не поломать его. Посмотрите, какой пацан был. Вспомните, какой он был. И посмотрите, какой знал сейчас. Вот. Да, а если он станет чемпионом мира, скажет, вот, я с Сашей боролся, он для меня. А сейчас чемпион мира. Ну, а ты будешь олимпийский чемпион. Нет, не сделал. Хаджина, ты отдыхаешь. Пошли. Стараться двумя руками захват брать. Да души его там, души его! Я каша, бан, тенгей, тенгей, тенгей. Да, мате. Да и 10 секунд, то есть, если я теряю. Андрюх, ты проги его вместе? Да, можешь пока сидеть, показать не сможем, да? На мешке, привет. Да, кидай сзади, не стой, блин! Да. Бедро через грудь! Пока ты пробил. Ну, держать! Не умеешь. Я слышу. Он ушел сверху. И давай руку ему. Сиди-ка! Стоп, отель! Стали, стой, хватит. Нет, я не слушаю. Не Артем этот, так Артем кидается. Стоп, мальчики, послушайте меня. Вот смотрите, Саша, хороший парень, физически крепкий, но делает ошибки, детские. Какие? Он держал за туловище, ушли в партер. Он берет из партера, встает. Ты встал, Денис тебе за цепь болью, когда всю спину упал. То есть нельзя вставать из партера. Тем более в захвате, обязательно упадет. Не ты, не он так ты, не ты так он. Это считается бросок. Даже если ты лежишь на животе, я тебя отсюда взял, вытащил, сделал через это чебонятство, это считается и пол.
Вот это положение, это стойка. Вот это положение, стойка. Ты борешься в стойке, ты можешь отсюда бросать. Даже если ты лежишь, я стою, я тебя вышел туда-туда, это тоже икон. Пошли. Правильно, но лучше. Миша, вот это стойку. Мишенька, стойку. Держать! Держать! Судья может дать... Хочу. Судья может дать икон, а может не дать. Может дать базар, я тебя отпустил. Прилежал и отпустил. Хорошо? Сашунечка, двумя руками. Держи, держи руку, держи, не знаю, куда походить. Вот умница. Стоп, Миша, стоп. Да. Аджиме. Не вставай, только хватит. Хорошо, Сашуля. Маты! Стали заправить, сразу заправить. Даже не говори, сразу заправиться надо. Буду стоять и ждать, пока заправить. Саша, это шаг вперед. Сторону ты, по крайней мере. Два шага назад. И ушли. Денис остается, все выходит. Денис остается, Сырбу уходит, потом Сырбу остается, борется Саша. Денис, можешь? Хорошо, умница. Пожалуйста, следующее. Тебе. Ты делаешь с падением, делаешь бедро. Вытаскиваешь, делаешь бросок и кувырок через тючу. 10 вправо, 10 влево. Ты своих пацанов всех отпустил. Ну, сегодня только начало, сейчас мы чуть-чуть подготовим. Если бы ты их так бросал, чтобы они падали аккуратно, я бы не боялся. А так как я не вижу пока твой бросок короны, ты больше на силу работаешь. Ты берешь, а стараешься, сила нужна. Но ты очень сильно на силу, и они начинают на колени падать. Не то получается. Я хочу, чтобы ты красиво бросал. Вот когда ты красиво бросаешь, они красиво падают, не больно. Мне тогда легко, тогда я спокойно буду. Все, приготовились? Че? Вот умница, да. Помню, как он брал подкладку, и не давай ему. Старайся заковернуть тебя, чтобы туда не падать. Ой, Денис, уже надо и бедро делать, как ходит. Ума. Ужас просто. Чтобы он показал вперед-назад, и все, и упал. Смотри, прыгать надо. Подсечка, и назад делаем. Задушить надо, он полетит потихоньку, ну, показать, что душается. А кувырок? Молодец, хорошо. Чуть-чуть стараешься, знаешь как? Да, бросил и за ним пошел. То есть не бросил и отпустил, и не отпускать. Вот так, умница. Хорошо, Даня. Не бери подмышку, зачем? Лучше сверху, за шею. Есть. 10 вправо, да? 10. А теперь в другой сторону. Ага, хорошо, давай. Молодец.
Нет, нельзя так стоять. Победи. Опа, гасите. Ну, захват, я не знаю, как он упал, но захват очень плохой демонстр, с которого просто улететь можно. Давайте, горите, 8 секунд, душевели. Раз. Только. А задушить. Раз и кувырок. Ну и влево через спину мне. Вот, вот так же стоит. Вот, вот. Хорошо. Есть икон. Да, Лазари. Развернись на него. Вы что, ложишься на спину тянешь? Развернись на него, да? Следующий готовится. Сырку Саша. Сделала такие. Ногу захвати между ног. Выпрями ноги, захвати, ложись на бок. Выпрями ноги, Даник. О, мате. Даник, мате. Время. Денис, лицом к сопернику, не ходи. Я жду, пока вы заправитесь, и я еще не вернусь. Заправить. Здоровье. Денис отдыхает, Саша выходит. Саша, а ты когда сидел, ты смотрел, что делает Андрюха? Да. Какой-то план схватки. Да, он высокий. Да, он отдыхает, он высокий. Понимаешь, он высокий, он будет брать захват сверху. Он делает переднее, что не очень хорошо. Я бы, например, на его месте показал бы переднюю, залез на заднюю. Вперед, ты не разумеешь, что я прыгаю. Хорошо. А? Покажи данные. То есть агрегат сколько? Время. Аджуре. Да, а ты гарри прыгаю. Так, стоп, Денис. Положи чуть-чуть. Положи чуть-чуть. А так не минуту? Это бросок такой тяжелый. Здравствуйте. А вам бы тут не передал, что в 3 часа? Да, 3 часа тренировки. Ничего не сказал? А ты не переодевайся, покачайся. По идее, вторник, четверг, пятница. 16 минут. Вы же просили? Вот. Он видел денег? Еще более лучше. Ну как? Ты сейчас смотри, сейчас наоборот взял. Ты не показал вперед, ты залез сразу нажал. Ты же показываешь вперед. Раз вперед, а потом только нажал. Отжимаешь? Молодец, Саша. Такого чувака принял на прием. До конца, до конца! Розарий, держать! Сайта в своей форме, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, нет, выше! Три, промотаем, вон.